Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию ПМТ. Играем, как всегда, на сервере. CCTIC Planet, сервер номер 2. Друзья, эта серия «Повтори за мной». То, что вам понравилось, то, что не так давно появилось на моем канале, это значит то, что, скорее всего, сегодня будет моя нервная система. Нервная система. Ну, короче, вы поняли. Нервные клетки, как говорится, это не восстанавливаются, но мне пофиг. Короче, ребят, давайте начнем сразу. Все прекрасно все знают. В общем-то, вы присылаете мне различные задания, которые я повторяю. Пока что там никаких проигрышей, призов, выигрышей как бы нет. Есть только 4 стадии. Это либо я лошара последний не выполняю, что в большинстве случаев бывает, либо я выполняю на полшишечки, либо я просто выполняю, либо я перевыполняю. То есть 4 стадии. Ну, в последнее время, кстати, заметьте, мне довольно везет. Итак, друзья, давайте посмотрим сразу. У нас сегодня, как всегда, будет 3 задания, которые я выбрал случайным, можно сказать, образом. Если ваше я вдруг не выбрал, не обижайтесь, не расстраивайтесь, еще раз его можете скинуть. И да, друзья, если есть желание прислать задание, можете это делать, переходить в мою группу ВКонтакте и под этим видосом скидывайте прям вот в комменты туда, вот под видос мне. Ну, в смысле, не на Ютубе, а ВКонтакте, вот под записью. Вот, я оттуда выбираю все. Итак, друзья, первое задание прислал Стив Додж, без лишних комментариев, смотрим и пытаемся повторить. Ну, собственно, с одной стороны просто, с другой стороны непросто. Хорошо сказал. Знаю. Нормально. Ну чё, пробуем? Значит, да, и также я обычно еще говорю, тренировался ли я. Не тренировался, скажу честно. Понятия не имею, какую надо скорость держать. Ну, М5 у меня, кстати, дрифтовый. Ладно, давайте пробовать. Скорость там, кстати говоря, была неплохая. Блять, ее же носит. Я понял. Ну, нормальное начало. Я думаю, что вы сейчас точно убедились в том, что я не тренировался, друзья. Сейчас попробуем на этом чипе. Если же нет, поставлю какой-нибудь драговый. Любой, просто по прямой, чтобы ускориться побыстрее. Просто у чувака, у Стив Доджа, видимо, ну, точнее, это видно, что у него далеко не дрифтовый, не чип, блядь, а настройки. Блядь, не чип, нахуй! Какой чип, блядь? Настройки хендлинга. Ну ладно, давайте пробовать, друзья. Нам нужно просто прямо ускориться, по сути. Блядь, как-то ее зацепить, суку эту. Без круиза, без всякой хуйни. Ну, кстати говоря, мы сейчас только что убедились в том, что залететь в дырку, друзья, невозможно. Короче, ладно, я ухожу на паузу, еду, ставлю драговый чип, потому что это все так... Просто почему я не поставил сразу, вы спросите? Потому что у нас сегодня еще будет связанное задание с М5Е60, поэтому я решил, думал такой, типа, да я и так ускорюсь. Но у меня этого не получилось сделать, как вы увидели, поэтому еду я на СТО, ставлю драговый чип. Да не чип, блядь, а настройка хендлинга, блядь, какой чип, нахуй, какой чип, блядь. Настройка хендлинга и этот, и, друзья, будем пробовать еще раз. Я думаю, что, в принципе, это получится. Ну, там должно повести, согласитесь, должно повести. Так, друзья, ну вот теперь у меня все должно получиться, по идее. Потому что тачка едет прямо, а это хорошо. Но единственное, нужно рассчитать до мелочей, на самом деле, скорость. Потому что там, как бы, крыша здания, парковка. То есть нам нужно просто припарковаться грамотно. Ладно, пока я еще не бомблю, потому что вот сейчас я начну бомбить. Ну-ка, хватит скорости. Ёбаный сарай, куда ты полетел, сука? Блять, блять, выпрыгивай. Чуваки, сейчас стойте, держитесь. Я вас там просто со мной еще чуваки сидели. Сейчас, пацаны, все. Сейчас. Так, ладно, скорость, значит, перебор, да? Перебор. Блять. Ёбаная М5, что ж ты скатываешься? О, держится. Сейчас, пацаны, подождите, я вас сюда... Бля, вылетели вообще знатненько на самом деле. Слушайте, ну с одной стороны это везение, с другой стороны это тоже нужно, ну как бы с первого раза должно просто очень сильно повезти. Вы сами понимаете, я сейчас пробовал реально с первого раза, грубо говоря, потому что я не понимаю, какую скорость вообще нужно держать. Теперь я понял, что это было быстро, но знаете, мне это особо ничего не дает, потому что все равно здесь нужно вот эта вот капелька везения. Поэтому я буду рассчитывать, что сейчас у нас получится. Подождите, я уже забыл, откуда стартовать-то, отсюда же вроде, да? Во, отсюда. Так, значит, чуть медленнее. Да, перелет, конечно, дело хреновое, потому что видите, куда я улетаю, я же запинаться начал. Ладно, все, друзья, это не помеха, чтобы сейчас сделать все красиво. Ну-ка, 300. Просто, друзья, опять же, да, даже не пришлось мою читерскую способность использовать. Вы помните, да, серьезный ебальник, это вот так вот, когда я сажусь. И у меня обычно в крайнем случае это использую, и тогда все получается. Друзья, со второго, ну ладно, хорошо, не со второго, если считать на драгом, вот на этом, на этих настройках, то да, со второго. А так вообще как бы
с четвертого, получается, или с третьего какого-то. Слушайте, ну я думал, что у меня займет это больше времени. Нифига себе. Ну это красиво смотрится. У меня прям причем получилось реально прям припарковаться сразу. Ну, просто нужно рассчитать, и мне реально, я считаю, повезло. Ну что, друзья, а мы теперь перемещаемся в Лос-Сантос. Хотя у нас тут есть еще неподалеку другой вызов в СФ, но мы лучше вернемся туда позже, потому что он связан тоже с М5. Не хочу два раза с М5. Давайте сейчас придется пересаживаться на Порш. Едем в Лос-Сантос. Так, друзья, ну что, теперь предлагаю посмотреть вызов, который прислал мне Артемий Волков. В общем-то, мне нужен для этого Porsche 911 Turbo S. Ну, в целом, сейчас все сами увидите, будем пробовать. Опять же скажу, что это я не тренировался, поэтому понятия не имею, как это выполнять. В общем, друзья, давайте посмотрим. Танец похитите. Привет, Булкин, я бросаю тебе этот вызов, то есть ты видел СБУ, надо залететь вот на эту крышу. Короче, залетаешь на эту крышу, ты либо можешь залететь на эту крышу, либо можешь припарковаться на парковке вот около отеля. Видишь, вот это красный отель, ты можешь вот здесь вот на парковке припарковаться. Собственно, друзья, насколько я понял, значит, нам нельзя юзать круиз, кроме как по воде, чтобы проехать. А дальше задача попасть на крышу. Ну, тут дело самое главное, мне кажется, именно в траектории. И в скорости тоже. Ну, давайте пробовать, блять, я не знаю, как это мне сейчас Охуенная попытка первая, да? Вам тоже понравилось? Блять, сложно, кстати. Потому что мне нужно и азот как-то включить, и круиз дрочить, ё-моё. Блять. Чувак, прости, а чё-то у меня не рулилась тачка, я поворотник въебал зачем-то. Блять, пиздец. Так. Блять, слишком много клавиш одновременно надо нажимать. Как-то, блять, подождите, стоп, мне нужно азот на что-то забиндить, потому что Ctrl, типа, не вариант, потому что срабатывает скрипт на поворотнике. Бля, я, короче, попробую, ну хуй знает. Мне нужно как-то это... Блять, это пиздец. По воде-то сложно проехать-то, потому что нужно круиз просто очень быстро. Ё-моё, пацаны, вот тут, походу, я и приплыл, блядь. Тут не то, чтобы куда-то попасть, тут вообще сложно по воде пока что проехать, потому что я особо по воде никогда не гонял. Подождите, а если его просто включить? Ага, включить просто. Я сейчас буду топить Porsche. Подождите, вот он по-моему, нажимал, выключал. Там видос, на видосе, честно говоря, я чуть не вгляделся. Я видел, что круиз был использован именно в воде. Вот, походу, я и приплыл, пацаны. Мне кажется, вот тут я сейчас оставлю свои нервы. Я вообще правильную траекторию выбираю, нет? Никто не подскажет? Бля, ну это уже было похоже, но там пальма. Подождите, мне нужно... Сейчас, если мне не получится с какого-нибудь 10-го раза, я пойду пересмотрю все-таки по траектории. Хотя, знаете, тут траектория, ну, важна, конечно, безусловно. Но тут еще очень важно подлететь в грамотном месте, чтобы... И причем он разгон брал вот отсюда. Да ебаный круиз, блядь! В смысле? Подождите, может быть, его не стоит дрочить? Но с другой стороны, он с азотом летел. Соответственно, если дрочить азот... Бля, что-то мой мозг сломался. Подождите, я пока не вдупляю. Понятно. Ай, блядь. Ебучий Porsche. Так, ладно. Друзья, наверное, все-таки, чтобы не терять время, сейчас мы и кучу попыток не использовать, я, наверное, сейчас все-таки пойду пересмотрю еще раз, как именно он использовал круиз. Еще раз пересмотрю траекторию, потому что здесь реально сложно за счет именно воды. Если бы это был просто подлет куда-то, там, понятное дело, это уже не так сложно. Так, друзья, сейчас я буквально секундочку. Друзья, я извиняюсь за свою тупость, у меня, видимо, уже мозг плывет. Конечно, безусловно, он просто один раз включает круиз перед водой, потом его выключает и дальше ускоряется. Я почему-то увидел сразу на видосе, он как-то, блин, как будто нажимал, потом с другой стороны. Ладно, короче, я понял. Так, нам нужно проходить вот так вот. Это, кстати, ребят, на самом деле респект Артему, потому что, ну, сложно. Это сложно. И сейчас я настолько вникал по пути, знаете, я опять теряюсь по траектории, ну, вроде бы примерно плюс-минус, блядь. На самом деле очень круто, потому что здесь просто нужно задействовать столько всего, столько разных факторов должно сыграть, чтобы... Ну, как бы да. Как бы я понимаю, да. Как бы я понимаю, что это будет очень сложно, пацаны. Вот, мне кажется, такое проще выполнить. Пацаны, чё? Всё? Повторил свой трюк? Залететь на грядку, блядь. Так, ребят, ладно. Короче, это на самом деле тут присутствует очень большая вероятность рандома. Объясню почему. Потому что
А после круиза, как правило, да, во время круиза, когда ты бьешься об объект, у тебя получается неадекватно тачка отлетает куда-то. Соответственно, когда мы прыгаем, это тоже сказывается. Поэтому не всегда, даже если я правильно подберу траекторию, это может сработать. Но мы будем пробовать в любом случае какое-то количество раз. Но не исключаю, что я это нихуя не выполню. Нет, там все-таки нужно правее брать. Я слишком влево беру, и там закругление идет. За счет этого я... Да. Тут бы, блядь, сначала куда-нибудь вообще бы отлететь. У меня получается то ли скорости мало, то ли вообще... Так, ладно, хорошо. Пробуем пройти все-таки с другой стороны. Вот тут вот, да, допустим. Куда-то все правее. Вы понимаете, как бы, окей. Сейчас я понимаю, что по скорости вообще не то. Потому что, ну, мы вообще не долетаем даже примерно до крыши этого здания. Во-вторых, как бы, траектория совершенно не та, потому что меня уносит куда-то вправо. Честно говоря, я пока додуматься вообще, я вообще не понимаю, потому что... Слишком много всего нужно нажимать. Нужно и нормально ускориться, успеть въебать круиз, чтобы... Короче, сложно. Сложно, пацаны. По скорости хорошо, но до сих пор я улетаю куда-то очень правее. Вот сейчас я мог бы реально приземлиться, потому что можно юзать флип. Я так помню, насколько, да? И как бы хотя бы, знаете, примерно что-то выполнить уже я бы мог. Блять, очень сложный трюк, реально. Один из сложных, самых сложных за последнее время. За последние серии точно. Потому что с виду, ребят, согласитесь, казалось все очень легко. На деле ни хрена подобного. Блять, я... Так, я еще раз пересмотрю, друзья. Это тот самый случай, когда я реально уже раз третий, да, иду пересматривать этот ролик, потому что я хочу понять, где он подпрыгивает. Здесь, если лететь левее, видите, нам нужно, получается, наоборот, правее идти. Да, подождите, не буду пересматривать. Я что-то туплю, видите? Ну, я как бы, ну, хочу, ну, мне кажется, что мне нужно левее, но там закругление идет в другую сторону, соответственно, я улетаю в другую сторону. А мне нужно, наоборот, идти правее, чтобы улететь левее. Короче, сложно. Пиздец. Полный пиздец. Охуенно, круиз сработал, спасибо. Блять, у меня еще бензин кончается. Я уже сколько раз Порш утопил за сегодня, ребят? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У нас еще один вызов впереди, между прочим, с М5 Е60. Но там, чувствую, я тоже потрачу очень много своих нервов, потому что... Ну, я не скажу, что там очень легкое задание. Ну, куда... Вот ой-ой-ой, нихуя себе переборщил. Ну, на самом деле, я-то приземлился бы. Крыша-то большая, она продолговатая и идет именно сюда, поэтому все бы нормально. Но вот с траекторией беда. Все так же меня тянет куда-то правее, хотя должно тянуть левее. Так, еще раз, ладно, я все-таки пересмотрю, это не будет лишним. Как раз еще заправлюсь заодно. Фух, ребят, ну пиздец, я пересмотрел, наверное, сейчас подряд раз 5. Я понял, что моя задача держаться, наверное, все-таки правее, потому что реально там получается, что как-то вот так... Стой, сука! Блять, ну ты мразь, Порш. Ну ты вообще в натуре, я тебе отвечаю. Ну что ты пучеглазый-то, а? Смотрите, реально, пучеглазенький такой выпалился на меня. Может, все-таки мы сможем это сделать, братишка? Давай, легко сейчас. Слушай, не, в принципе, на самом деле, если понять порядок, то есть нужно реально ускориться, нужно реально нажать круиз вовремя, потом реально вовремя опять продолжить там ускоряться, так скажем, хотя, по сути, там уже идет полет. Сейчас я должен выполнить. Все, это было очень близко, но мне нужно остаться на крыше. Так, я беру очень большой разгон, получается, да? Так, вот сейчас было прям очень хорошо. Надеюсь, получится повторить примерно так же. Забудьте то, что я сейчас произносил. Потому что я промахнулся по клавише. Это нормально, это я. Поэтому как бы с первого раза... Не, с первого раза у меня вот получалось практически с первого раза в прошлой серии. Я, честно говоря, очень офигел. Так, ребят. Ну что, мы сделаем это сегодня? Ну, раз уж это было почти выполнено, то я думаю, что... я должен же добиться своего... Охуенно, блядь, просто, блядь, спасибо Пальме. Мне кажется, чувак на Сильвии просто вообще не понял, откуда я сейчас прилетел. Ой, бля, ребята. Так, ладно, ладно, ладно. Я был близок, меня это уже радует. Это дает мне мотивацию не сдаваться ни в коем разе. И значит, я все смогу, блядь. Этот Порш реально переворачивается постоянно. Тем более, он же трюкачинский такой. Он же постоянно нам давал, блядь, нет, это не то. Это, конечно, все здорово. Это, конечно, тоже все здорово. Это, конечно, классно, то, что я по крыше по другой проехался. Но я опять улетел куда-то левее, чем мне нужно. Пацаны, ну я что, сделаю, как вы думаете вообще? Ваши ставки в комментариях, друзья, пишите. Я вообще сегодня смогу что-то вообще, блядь, нормально как-то пропрыгать-то вообще, нет? Давай! Сука, ну ты, конечно, паршивец. Ну ты, конечно, тот еще поршень, блядь. Че, я тут застрял еще, что ли? Нет, я не застряну. Я выберусь из любой дырочки.
Пацаны, ну мне сейчас не хватило просто быть чуть-чуть, опять же, правее. Опять куда-то я улетел не туда, куда нужно. Но, реально, Тёме респект, потому что... Я не знаю, у него, конечно, случайно получилось или нет это. Но он молодец, потому что задание действительно весьма сложное. Да, ну блядь, ну вот сейчас вот просто... Сейчас бы я, скорее всего, бы очень даже хорошо бы вошел бы, куда мне нужно. Ребят, ну я не знаю, сколько уже попыток? Попыток, наверное, 15 точно было. Но я, друзья, не сдаюсь. Я не сдаюсь. И, возможно, кто-то из вас повторит это с первого раза. Я даже более чем уверен, что большинство. Но это я это я, друзья. Поэтому, как бы, тут все и так предельно... Ах ты, сука. Мне, я если не могу, понимаете, мой мозг не может сообразить, что если объект слева, я хочу левее прыгать. Но мне не нужно левее прыгать. Мне нужно прыгать правее, потому что здесь закругление ебаное вот это вот. Которое машину отталкивает в противоположную сторону. И мой мозг это до сих пор не может понять. Может быть, если бы я правее уже давным-давно пробовал, у меня бы уже получилось. Вот сюда вот, Сань, вот сюда. Ну... Ну все равно куда-то, блядь, прямо. Ну правее еще, мне же нужно отскочить в другую сторону. Что ж я, блядь, ебучий Порш застрял, сука. Блин, любил я его до сегодняшнего дня, а сегодня уже прям не люблю, потому что что-то как-то очень много попыток. Ну все, вот сейчас по-любому выполняю, смотрите, пацаны. А, все, пора подключать серьезный ебальник. Лучше бы не подключал, блядь, серьезный ебальник, если сейчас что-то не сработало. Обычно помогает, вы же помните? С Широном был у нас этот самый, залететь-то в тоннельчик. Мне, по-моему, тогда как раз серьезный мой ебальник помог. Ладно, еще раз. Куда нахуй? Вот сейчас я лечу реально право, а мне нужно поймать тот момент, где это между серединой и правой частью этого... Ну, блядь, ну был же раз, как, ну, блин, типа на полшишечки я даже это не засчитаю, потому что хоть я и туда и попал, но, ну, я же улетел оттуда сразу же практически, даже не удержался там как-то или еще что-то. Можно как-то, блядь, ну куда вот сейчас, ну вот куда, ну почему нельзя, ну вот почему нельзя, блядь, ну вот я на этот огород уже прилетаю раз десятый, блядь, почему нельзя попасть просто банально? Да, давай застрянем еще, блядь, может ты... Вылезай уже жопой своей жирной, блядской, сука. Вылези, блядь. Заебал Порш, блядь. Друзья, попробуем новое лицо. Веселое. Веселое. Типа, мне вообще похуй. Я такой, типа, крутой, смотрите. Я не знаю, куда она летит, блядь. Почему все время правее, блядь? Как-то нужно тот вот подобрать ракурс, угол, блядь, нужный. Я не знаю, какой мне ебальник сделать, что мне говорить. Может быть, какое-то заклинание попробовать произнести. Бля, ебаная пальма. Еще эти пальмы стоят. Вы видали, сколько раз я в них тоже врезался? Если бы не они, может быть, все было бы намного проще. Все, провыполняем. Нормально. Давай. Ну, сука, ну чуть-чуть правее. Ну, нахуй мне эта лестница. Ну, хорошо, да, лестница. Я мог сейчас, кстати, затормозить и оказаться на лестнице. Возможно, это даже было бы сложнее. Но изначально задание попасть на крышу. Поэтому я не могу себе это засчитать. Потому что... Ебучий ты Порш, а. Ну, как же он заебал меня, а? Как он заебал меня. Что же он постоянно застревает? Пацаны, ну я не знаю, что с этим делать. Давайте еще немножко пробуем, и я просто сдамся, ну реально. Потому что у меня было приземление на крышу один раз, с которой я благополучно сразу улетел. И сейчас я даже не сообразил хотя бы, чтобы на лестнице остаться. Для эпичности, так скажем. Бля, ну может я уже выполню это, нет? Я не знаю, она летит по своей траектории. Либо в огород этот ебаный, от которого меня уже тошнит. Вот туда вот я залетаю, за эту территорию. Либо вот просто на эту дорогу. Два варианта. На крышу вот ни в какую. Вот ни в какую не хочет он на крышу. Не знаю, что не так, блядь, со мной. Тихо-тихо, сейчас, Мэрс, подожди секундочку. Сейчас все будет. Бля, нет, это опять в другую сторону. Ай, бля. Сука, блядь, в огород, блядь, начинает бесить, нахуй. Сука, блядь, мразь, а. Паршивец ебаный, сгорим. Блядь. Пацаны, все, сейчас если бен скончается, я даже не буду заправлять. Реально, я сдамся нахуй. Ну серьезно, меня вот все, я уже в поту весь. Только вышел из душа чистенький, опять надо мыться идти, блядь. Потому что весь мокрый нахуй. Так. Куда? Куда нахуй? Ну, чел говорил про парковку в видосе. Но я сам сказал, что я хочу на... Ладно, хорошо, давайте мы же посчитаем, что пол шишечки есть. Потому что на парковку я попал, и как бы по сути это даже выполнил. Но я хочу попасть на крышу.
Я сейчас немножко офигел от того, что я вообще полетел в ту сторону, в нужную, еще с такой скоростью. Так, ладно, пол шишки уже есть. Охуенно, блядь. Да, пиздец, давай вот так покрутимся, волчком, блядь, хуйчком. Не, на парковку реально, то есть в видосе в конце чувак же говорил, что типа либо на парковку, либо на здание, на крышу. Но на парковку, мне кажется, при желании, хотя может быть и не попал бы, не знаю, но я хочу на крышу. Я хочу на блядскую крышу, блядь. А, спасибо, пальме, блядь. Вот это если пальма не стояла, кстати, она очень сильно мешает. Нужно прям вплотную к ней пройти. Это идеальная траектория, это как раз таки вот как я сейчас летел, по сути. Вот примерно так. Блин, ну почему я тогда как-то не удержал Порш на крыше, на этой ебаной, когда я на нее приземлился один раз, а? Блядь, ну пожалуйста, ну что-нибудь можно как-то? Ну! Ну почти, ну хорошо же, ну еще и скорость, я почему опять этот огород, блядь, я его нахуй сожгу реально. Дайте мне огнемет, я реально этот огород сейчас выпилю, блядь. Ну реально, он меня затрахал, я постоянно приземляюсь на эту территорию. Все, ребят, давайте реально два раза пробую и все, и либо сдаюсь. Пол шишки я считаю, что было, потому что даже по условиям я в принципе это выполнил. Но я хочу на крышу, как в видосе. Я хочу просто на крышу. Блять, да блять, даже я хотел с круизом хотя бы, может, долететь. Нихуя не получается. Просто вообще ничего, пацаны. Вообще ничего. Я не знаю, как с этим бороться. Ой, чувак, прости. Какой-то пиздец сейчас произошел. Пацаны, нужна скорость меньше, кстати. Я вот очень быстро разгоняюсь. Сейчас чувак уберет пятую свою. Ну, или не уберет. Он думал, что я его специально, что ли, сбил? Я вообще-то не специально, ну ладно. Вот сейчас хорошо должно получиться. Да ебаный баран, куда опять огород? А, столб, я понял, все. Вот сейчас вот, ну, почти было. Я не могу сдаться просто, пацаны. Я понимаю, что уже как бы была такая же дрочка подобная одного задания, но я же должен вам показывать свои результаты, так скажем. Насколько я тут, у меня все хорошо. Я реально, все, я не могу больше, все. Не могу. Все, будет пол шишки. Едем в другое место. Я не могу больше. Ну, реально, как бы один раз я вылетел. Сейчас я летел просто очень хорошо. Тут что, дырка все это время была? Я понял. Все, пусть будет пол шишки. Реально, первое выполнил, второе пол шишки, а вот третье сейчас посмотрим. Едем, кстати говоря, в Сан-Фьеро. Друзья, ну а последнее задание на сегодня прислал Антон Бушев. И я... Нет, вы подумали, что я сейчас возвращаюсь оттуда, что я... типа сейчас потренировался. Нет, я сразу говорю, я не тренировался, и я считаю, что это будет полный пиздец. И ко всему прочему, я почему оттуда еду, потому что я подумал там начало, а сейчас пересмотрел сам видео и понял, что начало в принципе-то отсюда, насколько я понял, да? Сейчас, да, по-моему, отсюда. Короче, ребят, смотрим, сейчас будет, просто мне будет жопа, потому что я не представляю, что сейчас будет. Привет, Саня, я очень благодарен, что ты выбрал именно мое видео. Я знаю, что ты недавно сделал дрифтовый чип на E60, и поэтому ты должен пройти кое-какую интересную трассу на BMW M5 E60. Возможно, она покажется тебе достаточно легкой, но это не так. Там есть пару моментов, которые очень сложно пройти, о них я тебе рассказывать не буду. Желаю тебе удачи, надеюсь, ты пройдешь эту трассу, в общем-то. One love for life in my heart, today, tomorrow and together. Grove Street, one love. Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс, магазин нахуевания? Игры по ценам самым лучшим. Не веришь? Да погоди, погоди, погоди! Послушай, лучший сайт с прекрасными игрухами. GTA 5 за 249 рублей? Это ли не шутка? Покупай на Булкин Кейс, будешь всегда в плюсе. От таких цен охуевает даже тетя Люся. Различные рандомы, призы и акции. Это все похоже, бля, на какую-то сенсацию. Скорее забегай на Булкин Кейс. Ништяки, скидоны, игру. Ну, учитывая, что Porsche уже подушатал меня, я думаю, что сейчас добьет меня именно это. Пробую. Просто, значит, я так понимаю, здесь это не так уж и важно. Важно то, что будет дальше. Мне уже нравится моя траектория. Мне уже нравится. А вот это принципиально, да? Или как бы... Вот это, я думаю, что принципиально. Только очень грязно. Но это первая попытка, друзья. Вообще понятия не имею, как сюда... Ай, блядь, сказать, что это будет охуеть как сложно, ничего не сказать, ребят. Я сразу говорю, я либо сейчас раньше время сдамся и просто взорвусь, либо я сейчас что-нибудь расхуярился на столе. Этого я, конечно, делать не хочу. Либо, я не знаю,
Но как бы, конечно, было бы логично потренировать хотя бы тот участок, потому что это одно из самых сложных мест. Здесь-то ладно, здесь в принципе импровизация. Сейчас я уже придрочусь, думаю, что здесь буду хорошо проходить. Мне понравилось, как я сейчас выпрямился, кстати. Ну, как бы, окей, допустим. Ну, вот подобные вызовы, знаете, они просто меня, как человека, который считает, что он хотя бы немножко умеет валить боком на CCD Planet, они просто как бы в корень срубают мои предположения. Потому что на фоне того чела, который прошел это... Я не знаю, с какого раза ты это прошел, чувак, но это пиздец. Это реально пиздец, потому что это, как бы, я понимаю, что меня ждет дальше, я не могу даже начало, ну, как бы, начать. Я не знаю, почему я рискнул и взял это. Наверное, потому что было очень много лайков у этого видео, и я его еще хотел прошлый вызов взять, но не взял. Потому что там, я не помню, мне больше... Хорошо, можно я даже на полшишечки, чтобы... Меня просто интересуют вот эти вот моменты. Друзья, спасибо всем за просмотр. Здесь запыть теперь. Блять. Нет, я не буду сдаваться так рано, это точно. Давайте хорошо, я сейчас забираюсь наверх. Вы видите мое лицо, да? Но сказать, что оно просто охуевает от всего того, что происходит, ничего не сказать. У меня есть только одно предложение. Мы сейчас хотя бы отдельно, я прям при вас даже попробую пройти вот это. Если я это не смогу пройти, то я не вижу смысла даже повторять это. Потому что это очень сложно, места там крайне мало. Чип у меня хоть и хороший, но для таких вот моментов, мне кажется, он не идеален нифига. Давайте попробуем, давайте попробуем. Значит, я беру, создаю М5 Е60 прямо здесь. И вот этот вот поворотик, да, один единственный, хотя их там будет очень много. И там вообще в целом, вот смотрите, допустим, я здесь каким-то образом залетаю. Ну, пизда, да? То есть вы понимаете, как бы, учитывая, что сейчас, вот представьте на секундочку, что я прохожу это сейчас с самого начала. И у меня все идет очень неплохо, я перепрыгиваю вот этот барьерчик, который нужно перепрыгнуть, да, то есть срезать там, в общем, прям. Нет, чувак, ты красавчик, я не знаю, с какого раза, может быть, даже с первого, ты умеешь дрифтить, у тебя хороший, может быть, еще и чип. Но я просто, наверное, вынужден признать сейчас сразу поражение, буду, если у меня, опять же, сейчас с какого-то определенного раза не получится вот это пройти. И то, вы понимаете, да, я сейчас буду тренироваться, потом я буду очень жестко соковать. Как бы у меня не получилось так, что у меня не выполнится вот эта вот фигня, то есть когда я буду лететь оттуда. И, соответственно, я могу очень легко ошибиться. Но будем верить лучше, давайте. Чувак сначала хотел назад сесть, потом понял, что лучше вперед. Так, ну вот допустим. Не, я здесь выпрямлюсь по-любому. Блять, это пиздец. Я очень нервничаю, потому что хоть я сейчас и... Я не знаю, что будет, когда я буду ехать... Свой, как бы, самый первый раз, основной. Не, вот тут я бы уже точно выпрямился. Тут даже, знаете, на четверть шишечки я это не выполню. Это пиздец. Самое сложное — это вхождение вот в тот поворот. Давайте попробуем. Хорошо, допустим, я такой крутой. Такой прям вот отсюда залетаю, да? Так, вот так. Здесь надо, кстати, брать по внутреннему. Вообще здесь нужно пройти это все одним дрифтом. Ну, типа, хорошо. Вовремя затормозить, хоть я уже и выпрямился. Это пиздец, нет, это хуйня на полном масле просто. Мой чип совершенно не пригоден для того, чтобы здесь... Ой, блядь. У меня, конечно, есть одно маленькое, один маленький шанс, благодаря которому я, возможно, попробую это все пройти. Это называется GTR-34. С тем самым чипом, который как бы неправдоподобно дрифтит. Но он вот для таких вещей, мне кажется, как, он как-никак хорош. Вот можно я сейчас просто попробую. В принципе-то я его могу перекинуть на BMW. И по сути я выполню это на BMW. Но давайте, чтобы не ездить туда-сюда до СТО, я прямо сейчас его заспауню. Вот так вот. И мы прямо сейчас попробуем. О, какой злой, смотрите, СРТ. Вау. Чувак, классно пульнул у нас тачкой. Ну чё, пацаны? Чувак, у нас два места все равно как бы. Не знаю, куда он бежит. Он сейчас, смотрите, я сейчас пешком выполню. Так, ну допустим.
Блять, как вообще сюда можно уместиться, чувак, ты просто... Ты космически круто выполнил это. Это просто пиздец. Я просто представляю, под какой бешеной траекторией нужно реально сюда зайти. Слушайте, вот на этом чипе это как-то, знаете, я чувствую себя поувереннее, наверное. Хотя в целом я не скажу, что я это смогу выполнить. Может быть, если часов 5 я здесь посижу сейчас и подрачу каждый поворотик отдельно и попадаю в воду хуеву тучу раз, тогда, наверное, да. Но в любом случае, где-нибудь у меня будет косяк. Вот так ровно я прямо вот, ну, бля, вот на 100% говорю, что я не пройду, пацаны. Но это практически нереально. Просто без тренировки и без умения нужного, которое у меня просто реально, видимо, отсутствует, как я сейчас понимаю. То есть, как бы, вот тут еще ладно, у нас прям даже очень неплохо получается, но это, видите, такой чип, как бы, да не чип, а настройка, ладно, я уже нервничаю и, наверное, 100 раз сказал чип. Ой, блядь, немножко переборщил. Так, ну, допустим, вот, смотрите, я тут такой красавчик, блядь, такой, блядь, даже, понимаете, то есть, как бы, ну, это пиздец, я просто представляю, сколько количества, какой раз мне нужно, чтобы это, нет, ребят, мне не хватит сейчас ни нервов, блядь, ни возможностей, ни сил после того, что сейчас произошло. Если вы хотите, через выпуск, допустим, не в следующем, а через выпуск, я попробую еще раз повторить. Может быть, приеду сюда в свободное время. Но опять же, знаете эту тему, когда не на запись, все равно, может быть, даже у меня бы и получилось. Но на запись потом я такой: а, пацаны, я тут потренировался, и у меня, знаете ли, получилось. Я, естественно, это не снял. А потом такой, типа, сейчас я вам покажу, и у меня ничего не получается. То есть это тоже вполне возможно. Я считаю, что здесь скилл процентов, наверное, 80 точно. А, блять, настройка тачки... Ну, скилл, вот скилл на первом месте, потом идет настройка, потом удача. Ее здесь тоже нельзя ее вычислять, потому что, ну, блядь, надо очень хорошо, чтобы повезло, без всяких косяков, это все, это круто. Это реально один из крутых тоже вызовов, поэтому сегодня, друзья, были сложные. Ну, кроме первого. Первый такой разминочный все-таки был, но все равно тоже, знаете, попасть туда. Короче, в любом случае серия получилась, мне кажется, топчик. Так что выполнил. Пол шишечки и просто, блять, я лох. В последнем случае, потому что, ну, это было сложно, согласитесь. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если хотите видеть чаще рубрику, эту рубрику чаще. Подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставляйте ваши комментарии. Все, ребят, до новых встреч. Да, и тоже присылайте вызовы, если есть желание, опять же, в мою группу ВКонтакте под этим видосом в комментариях. Все, ребят, увидимся совсем скоро. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.